Жители Адлерского района смогут сделать выбор – благоустроить сквер на улице Молокова либо в селе Красная Воля. Проголосовать можно будет в РДК «Адлер», а также на территории районной и сельских администраций – Нижнешиловского, Кудепсинского, Молдовского и Краснополянского округов. В Хостинском районе предлагается обустроить сквер в микрорайоне «Благодать» либо спортивно-оздоровительную площадку на улице Искры. Хостинцы могут проголосовать за один из объектов в пункте на территории РДК «Аэлита» на Бытхе, Дома творчества «Луч» в Хосте, лицея номер 22 на Светлане или администрации Хостинского района. В Центральном районе жители могут сделать выбор – обустроить зону отдыха на Мамайке либо в микрорайоне Донском. Проголосовать можно будет в 7 пунктах – в Центральной городской библиотеке на Чайковского, в районном доме культуры, в санатории Октябрьском, в кинотеатре Сочи, в Центре национальных культур «Истоки», в ДК «Юбилейный» или в здании администрации Центрального района. В Лазаревском для благоустройства в следующем году предлагается сквер рядом с городской больницей номер 1, либо прогулочная набережная вдоль реки Псизуапсе. Выразить свое мнение можно будет в районной администрации, либо в сельских округах – Салахаульском, Волковском, Верхнелаосском, Кичмайском, Лыготхском и Кировском. Напомню, горожан приглашают на голосование по благоустройству города в воскресенье 16 февраля с 8 до 16 часов в указанные пункты. Результаты будут объявлены 20 февраля, а работы по благоустройству проведут в следующем году в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды.